Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Домкрат должен быть в каждом автомобиле, и обычно он там есть, хотя не всегда от него есть польза. Дело в том, что стандартные домкраты обычно слабые, точно так же, как и пороги, за которые вы пытаетесь поднять автомобиль. Нужен новый домкрат, чтобы он был мощным, удобным и безотказным. Именно таким и является подкатной домкрат, который способен поднять груз массой до 2 тонн, при собственной массе всего 6 кг. Удобство такого домкрата в том, что его можно закатить под любой автомобиль и поднимать за любой часть кузова. Подсунуть такой домкрат легко даже под авто со спущенным колесом, так как минимальная высота подхвата всего 13 сантиметров. Слепые зоны, которые не видит водитель за рулем своего автомобиля, это одно из опасных явлений, так как это бывает обычно тогда, когда обгоняющая машина уже проехала зону задней видимости, но еще не сравнялась с обгоняемым автомобилем. В таких случаях возникает аварийная ситуация, избежать которую можно при использовании системы контроля слепых зон. Датчик слепых зон передает информацию светодиодному сигнализатору, который начинает моргать, предупреждая водителя о сближении с автомобилем справа или слева по ходу движения. Перед покупкой можно выбрать один из двух типов светодиодных индикаторов, встраиваемый в зеркало заднего вида или встраиваемый в панель или в обшивку двери. В любом случае в зоне видимости водителя в случае опасного сближения будут загораться яркие светодиодные предупреждающие огни, которые позволяют водителю среагировать и избежать аварии. Безопасность автомобиля, оставленного без присмотра, существенно повышается, если использовать специальные средства против угона. Противоугонные средства обычно дорогостоящие, но это устройство выделяется своей простотой, универсальностью, дешевизной и довольно высокой эффективностью. Для того, чтобы заблокировать колесо, необходимо открыть замок, раздвинуть клещи блокиратора, надеть их на колесо, сдвинуть до упора и закрыть замок. При этом клещи противоугонного механизма обхватывают колесо. Это препятствует их проворачиванию в колесных арках. Это устройство годится для быстрой блокировки колеса, например, на стоянках перед торговыми центрами или во дворах домов, когда машина остается без присмотра. Чистка салона автомобиля – это настоящее мучение из-за множества неудобных мест, в которые трудно подлезть пылесосом, щеткой или губкой. Поэтому часто такие места остаются грязными, например, это щели дефлекторов, воздуховодов. Проблема решается легко, если купить специальные щетки для очистки труднодоступных мест. С помощью этих щеток можно почистить практически любую щель в автомобиле и бытовых приборах. Если вас достала пыль между клавишами компьютера или вы не можете сделать идеальную уборку в автомобиле из-за того, что в щелях остается пыль, то вам обязательно надо купить такую щетку для чистки труднодоступных мест. Наверное, каждому автолюбителю случалось, выходя из машины, задевать дверью соседний автомобиль или забор, в зависимости от того, к чему близко припаркована машина. В такой ситуации, с одной стороны, жаль свою машину, а с другой стороны, поцарапав чужой автомобиль, можно нажить себе немало проблем. Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, нужно приклеить на двери специальные пластинки, которые будут надежной защитой при открывании двери авто в тесном пространстве. В комплекте 4 защитных ПВХ-пластинки, снабженные двухсторонним скотчем для крепления. Достаточно просто оторвать защитную пленку и надежно закрепить полоску на двери. Перед выполнением этой операции, открывая дверь, определите, какой частью она упирается в препятствие, чтобы правильно подобрать место для крепления защиты. Отвертка нужна человеку во всех сферах жизни – при ремонте автомобиля, строительстве, в быту, а также в тех случаях, когда человек любит мастерить. Но простой отверткой много не накрутишь, и поэтому нынче популярны электрические отвертки и шуруповерты. Но классический шуруповерт не очень удобен из-за своих габаритов, поэтому стоит воспользоваться электрической отверткой. При покупке электрической отвертки надо выбрать один из наборов, отличающихся по количеству насадок. Отвертка оснащена перезаряжаемой литиевой батареей, что весьма удобно и долговечно. С электрической отверткой любые ремонтные и строительные работы станут намного удобнее и легче.
Надумав сделать уборку при домовой территории, человек сталкивается с тем, что приходится подметать большие площади, что весьма долго и утомительно. Лучше всего сделать это с помощью бытового вентилятора, просто сдув пыль и сухие листья с крыльца, тротуара, садовой дорожки или из-под навеса зоны барбекю. Литиевая батарея, с которой поставляется вентилятор, имеет емкость 2000 мАч, что позволит не заряжать ее до конца уборки территории. В комплекте есть и зарядное устройство, с помощью которого можно легко подготовить вентилятор к дальнейшей работе по уборке территории. Тот, кто самостоятельно менял масло в коробке легкового автомобиля и мостах грузового автомобиля, прекрасно знает, что сделать это довольно сложно. Упростить такую работу поможет масленка с ручным насосом, с помощью которой можно залить нужное количество масла через горизонтально расположенные заливные отверстия моста и коробки автомобилей. В комплекте поставки сама масленка, представляющая собой пластиковую емкость объемом 250 мл с крышкой, оснащенной ручным насосом. Насос имеет шланг длиной 245 мм, что вполне достаточно для заливки масла в трансмиссию любого автомобиля. Кроме того, обладатель такой масленки с насосом найдет еще немало вариантов ее применения в доме, в гараже или в мастерской. Для тех, у кого есть свой автосервис, а также тем, кто любит самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, обязательно пригодится этот прекрасный набор для выравнивания вмятин. В комплекте поставляется электрический споттер, работающий от сети 220 вольт, обратный молоток, куча насадок, шайб и стержней, работая с которыми можно легко вытягивать любые вмятины кузова автомобиля. Весь комплект умещается в кейсе, и это очень удобно. Все инструменты все время будут под рукой в одном месте и не потеряются, что весьма важно. С таким профессиональным набором для выравнивания вмятин можно смело заниматься кузовным ремонтом любой сложности. Этот яркий светодиодный переносной светильник пригодится не только в гараже, но и станет незаменимым помощником в автомобиле каждого автовладельца. Удобная ручка переноски, а также защитный экран, предотвращающий прямые удары по корпусу, позволяют использовать этот светильник в любых условиях – и в салоне автомобиля, и под машиной. Фаркоп высокой мощности. Продавец на Али предлагает отличный выбор ТСУ мощностью 10-12 тонн в трех вариантах исполнения. Несмотря на заявленную спецификацию для прицепной базы Toyota Land Cruiser 150 серии и Land Cruiser Prado 2700-4000, этот аксессуар может быть установлен еще и на множество ходовых моделей с подходящими размерами заднего бампера. В данном случае представлены модификации в черном цвете из армированного чугуна и в серебряном из шлифованной нержавеющей стали марки 304L. Все изделия выполнены с использованием передовых методик многократной штамповки, обеспечивающей более высокие показатели прочности. В комплект каждого из вариантов входит тело фаркопа, монтируемое к лонжероном, непосредственно тяговый крюк съемного типа и набор монтажно-крепежной фурнитуры. LED-лента в салон. Данная неоновая лента водонепроницаемая с чипом светодиодного типа SMD5050 для напряжения в 12 вольт. Помимо этого, продукт характеризуется вариативностью цветов в RGB-диапазоне, незначительным энергопотреблением и минимальным тепловым излучением. Лента представляет собой гибкий пластиковый шнур с разноцветными светодиодами, в комплекте с которым идет толстая трубка со специальным ребром для вставки вдоль пазов и щелей в обивке. Одна из наиболее интересных особенностей этого лота – Bluetooth-управление через телефон на платформе iOS Android с расстоянием в закрытом пространстве от 8 до 12 метров. Благодаря встроенному чипу памяти вы можете легко настроить меню освещения, воспользовавшись любым из трех режимов на выбор. Здесь есть и функция звуковой адаптации, когда свечение синхронизируется с музыкальным ритмом, и режим засыпания с заданным временем изменения интенсивности света и возможностью регулировки яркости. Впитывающая тряпка без разводов. Перед вами очищающая салфетка, произведенная по технологии Soft Touch. Особенность этой тряпочки в том, что она собрала в себя лучшие потребительские свойства двух материалов, наиболее приемлемых для очистки любых поверхностей – микрофибры и замши. Двойная полиэфирная ткань – микрофибра – способна очищать предметы от загрязнений совершенно бесследно, не оставляя ни разводов, ни мельчайших ворсинок. В свою очередь, замша обладает высокими показателями поглощения влаги,
настолько эффективно впитывающие лишнюю жидкость, что поверхность после нее становится практически сухой. И тоже никаких разводов. Тряпочка универсальна, подходит не только для протирания окон, зеркал и любых лакокрасочных покрытий в автомобиле, но и для чистки оптики, серебра, кафеля, мебели. Несмотря на размеры, которые делают этот аксессуар настоящим полотенцем, 66 на 43 сантиметра, салфетка отлично вмещается в компактный пластиковый тубус, предназначенный для ее хранения. Прибор для кодировки автомобильных ключей. Устройство поддерживает технические условия около 400 марок и модификаций авто европейского, американского и азиатского производства. То есть работает практически со всеми моделями транспортеров, существующих сегодня на российском рынке. На что еще способен этот гаджет? Во-первых, генерирует новые ключи и создает уникальную кодировку для брелков дистанционного доступа. А во-вторых, позволяет удалить старые или утраченные ключи, не поддерживаемые памятью блока иммобилайзера. Кроме того, у прибора есть ряд дополнительных возможностей, таких, например, как правка транспондера или его клона, регулировка частоты тестирования, генерирование ПДУ гаражных дверей, разблокировка смарт-карты и создание дубликатов иммобилайзера. Работает прибор элементарно. Круглый штекер шнура адаптера вставляется в блок, а другим концом с USB-разъемом подсоединяется к чипу. На дисплее тут же отразится меню, а пользователю остается выбрать только марку и модель своей машины и нужную на данный момент операцию. Стоит такой девайс прилично, но зато реально себя оправдывает. Многофункциональный автомобильный фонарь. Этот автомобильный фонарь производитель не зря презентует как мультифункциональный. На одной стороне корпуса здесь встроенный аварийный молоток, а на другой резак для ремня безопасности. В центральной части имеется решетчатый участок, чтобы пропускать сигнал тревоги, а на наружной стороне головки фонаря встроены 4 мощных магнита, с помощью которых девайс можно прикрепить к любой металлической поверхности. Кроме того, здесь же на корпусе расположен еще один источник излучения, блок, на котором размещены 20 светодиодов холодного белого света и 8 светодиодов красного. Две кнопки управления позволяют выбрать режим освещения. Одна для головной лампы, вторая для бокового блока. Если эту вторую кнопку удерживать 3 секунды, то загорятся мигающие красные светодиоды и одновременно включится предупреждающий сигнал. Таким же длинным нажатием красное освещение отключается. Работает фонарь от аккумуляторной батареи, которую можно подзарядить через USB интерфейс или просто поменять батарейку на новую. Надувная подушка с капюшоном для сна. В каком бы кресле вы ни сидели, офисном, домашнем или дорожном, такой аксессуар непременно сделает ваш отдых полноценным и максимально комфортным. Благодаря N-образной форме расположить ее можно в каком угодно положении, а на перемычку можно устроить как подбородок, так и шею или предплечье. Ультрамягкий чехол сделан из микробархата плюс хлопок, что гарантирует приятные тактильные ощущения. Надувается подушка легко. В отверстие для надува специально встроен клапан, который блокирует выход воздуха, пока вы придерживаете его рукой. Полностью наполнение можно регулировать в зависимости от того, для поддержки какой части тела вы хотите использовать подушку, а ее сфера применения не ограничивается путешествиями. Этот аксессуар пригодится в домашней обстановке, когда вы приляжете вздремнуть, почитать или посмотреть телевизор. В комплекте с подушкой идет легкий капюшон для уюта и затенения, пара берушей и сумка-чехол, позволяющая при складывании подушки сократить ее размер до 16-18 сантиметров. Жидкость для смазки уплотнительных резинок стеклоподъемника. При затруднении движения окна обычно мы грешим на механизм, но, как показывает практика, чаще всего причиной становятся потерявшие форму и эластичность уплотнители. Поэтому начинать нужно именно с них. Благодаря особой формуле смазки шима в виде спрея, средство способно вернуть мягкость и упругость даже сильно усохшим резиновым деталям, как оконным уплотнителям, так и резиновым прокладкам в дверцах или люках автомобиля. Состав распыляется с расстояния 15-25 сантиметров, после чего излишки можно удалить мягкой ветошью. 2-3 минуты и ваш стеклоподъемник снова работает как часики. Инструмент для уборки автомобиля от снега. Инструмент настолько же эффективный, насколько и удобный. Один конец – это пластиковый ракель с прорезиненной рабочей плоскостью для снятия наледи. Второй – непосредственно щетка с распущенной на концах щетиной, бережно убирающей влагу и снег со стекол, зеркал и лакокрасочных покрытий. Обращаю ваше внимание, что оба наконечника совершенно не вредят очищаемой поверхности. Благодаря выдвижному механизму вы легко можете дотянуться до любого участка, а в собранном виде инструмент беспроблемно поместится
вставляется в любой карман на сиденьях или в органайзер багажника. При этом рукоятка снабжена антискользящей вставкой из мягкой пористой пенорезины, так что даже в сильную стужу вы сможете работать без перчаток. Пара минут несложной работы, и вы готовы отправляться по своим делам, обеспечив себе более безопасное движение. Модель винтовки из игры Battlegrounds. Те, кто знаком с игрой PUBG, не понаслышке согласятся со мной, что с таким оружием, как это, можно не только легко выиграть королевскую битву, но и сделать уникальный стайлинг своего автомобиля. Оригинальный автомат, принадлежащий создателю и ведущему гейм-дизайнеру игры под псевдонимом PlayerUnknown, несомненно украсит приборную панель вашей машины, вызывая зависть и интерес ваших пассажиров, коллег-автомобилистов и друзей-геймеров. На Али можно купить как один автомат отдельно, так и комплект 2 в одном – автомат плюс игрок, или 3 в одном – автомат, игрок плюс военный джип. При этом производитель подчеркивает, что устанавливать модельки лучше на противоскользящий коврик, чтобы предотвратить падение и перемещение при плохой дороге или во время торможения. Коврику лучше прикрепить фигурки легко удаляемым горячим клеем, чтобы в случае необходимости их можно было снять. Чехлы для ключей. На Али есть хорошая подборка силиконовых чехлов для ключей, где можно найти стильный мягкий футляр, созданный специально под марку и модель вашей машины. Выбирать нужно именно по этим параметрам, потому что на каждой модификации чехла сохранена геометрия, форма и все необходимое. Конфигурации оригинального ключа, включая прорези для кнопок управления, чехлы сделаны из экологического силикона, усиленного особым углеродным волокном для повышенной прочности. В итоге вы получаете приятные тактильные ощущения, удовольствие от модного элемента имиджа, подчеркивающего вашу индивидуальность, и надежную защиту для дорогостоящего аксессуара. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!